Собачки мои пришли. Вот они где у меня. А, это Галя носит мясо. Я постучу щеколды. Они вот они все. Ой, да как они любят меня. Ну, ну хороший такой песик. А вот это у них щенки, видать, есть. Ой, это тоже. А тот не подходит, приходится издалека бросать. Ну-ка, иди сюда. О, мои собачки, ребятишка. Ну-ка. Вот так. Это наш дом 6. Хорошо, добрый день. Чтобы машины не подъезжали, вот выставляем мы жердь с флажками. Тут другая организация. Машины, видно, не вмещаются. Вот эта вот большая. А за нее, вон там угол, видать, это краевой суд бывший. Сейчас там музей истории искусства. Там меня судили. И прямо напротив нее вот этот вот дом мне дали. Когда я выиграл процесс после реабилитации. Ой, собачка, ну-ка лапу дай. Лапу дай, дай, дай лапу. Вот она лапу дала, молодец. А это вот ее сын. Вот эта собачка, которая сидит. Вот. А это вот отец ее, что-то ухо повредили. Тут еще кто-то приблудился. Ой, как тут хорошо. Холодно. Вчера было на 30 с лишним градусов. Вот закрываю. Вот это вот два домика, которые мне дал Господь. Тут мы молимся. Крест Господь. По соображениям совести. Сейчас посмотрел фильм, посоветовали. О том, что поставили адвентисты 7-го дня. Православным никогда не поставить такой фильм. Даже со всеми Александром Невскими, Суворами там при советской власти. Никогда не поставить такой. По соображениям совести. Как он не хотел оружие брать, то все-таки отправили его на фронт. И скольких раненых он спасал. И сказали, говорит, ты больше сделал, чем все, которые были до тебя. Ну, умеют ставить фильмы-то. Православным никогда такой фильм не поставить. Никогда, во веки веком, как и старообрядцам. Вот тут у меня машины стоят, отдыхают. Все.